На заседании избирательной комиссии было установлено, в каком порядке будут располагаться политические партии в бюллетенях для голосования на выборах депутатов в местный совет. Порядок был определен методом жеребьевки. Раскладываются номера от 1 до 4 в конвертах. Конверты вытягиваются в каком порядке? Когда мы на заседании комиссии регистрировали политические партии, естественно, там определено дата, время. В том порядке, в котором зарегистрировались политические партии, в таком порядке производится и, будем говорить, выбор конвертов. По результатам жеребьевки первой в бюллетенях по единому избирательному округу будет партия «Единая Россия». Далее ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России». Что же касается одномандатных избирательных округов, то имена депутатов в бюллетенях для голосования будут располагаться в алфавитном порядке. Далее состояла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для проведения агитации на телеканале «Арис» как среди политических партий по единому избирательному округу, так и между кандидатами по одномандатным избирательным округам. Руководителями средств массовой информации были объявлены условия публикации агитационных материалов и показа прямых эфиров. В соответствии с законом статьи 50 об основных гарантиях, мы обязаны предоставить вам всем равные условия. Далее, статья 51 предполагает, что участвовать должны зарегистрированные кандидаты только лично, без всяких представителей. В том числе от имени избирательных дней только зарегистрированных кандидатов, выбранных этим избирательным дней. По итогам жеребьевки были определены дни, когда в агитации примут участие политические партии по единому избирательному округу, а когда кандидаты по одномандатным избирательным округам.